Чаще всего карманники работают в местах, где всегда много людей. В толпе воровать кошельки из сумок удобнее. Но встретить преступника можно и на малолюдной улице. Например, к девушке подходит молодой человек, что-то говорит на иностранном языке. Excuse me, help me please. Активно жестикулирует, но понять незнакомца это не помогает. Наконец, после долгой беседы девушка выясняет, парню нужно найти ближайшую станцию метро. Благодарный иностранец кидается обнимать спасительницу. Стоп! Это ваш телефон? Карманник разыграл уличный спектакль только для того, чтобы украсть мобильный. Не позволяйте незнакомым людям подходить к вам ближе, чем на полметра. Вору хватит и нескольких секунд, чтобы вас обчистить. Ценные вещи носите во внутренних карманах одежды. Так преступнику будет гораздо сложнее до них добраться.